Активисты первичных организаций «Единая Россия» Одинцовского отделения партии принимают активное участие в работе волонтерского центра. В Звенигороде с начала ноября добровольцы обзвонили уже более 3500 человек. Ветеранов, пожилых людей, одиноких пенсионеров. Им были доставлены продукты, лекарства, оказана бытовая помощь. Волонтерский центр «Единой России» продолжает свою работу. Связаться с ним можно по телефону в будни с 9 до 18 часов.